К другим темам. Сразу два предприятия по переработке сельхозпродукции запустят в этом месяце в городе Аркалыке Костанайской области. Первым заработает мясокомбинат. Там будут производить 10 тонн продукции ежесуточно. Уже установлено оборудование для приготовления колбасы и консервов. С вводом в эксплуатацию этого комплекса начнется развитие мясного кластера в Тургайском регионе. А вот в молокоперерабатывающем цехе монтаж оборудования пока продолжается. После запуска мини-завод каждый день будет перерабатывать 1000 литров молока. А производить из него планируют 5-6 видов продукции. Если поставить хорошие цены и качество молока хорошее сделать, думаю, сбыт молока будет в основном по детским садам, больнице, вот эти объекты государственного назначения. Потом у нас есть вот тоже предприниматели, магазины, они тоже уже интересуются, какое молоко будет. Если этот, тоже планируем открыть свой магазин, чтобы оптовый магазин.